Друзья, всем привет! Рада видеть вас на своем YouTube-канале. В этом видео я покажу вам полный обзор на оптовый рынок в городе Славянск на Кубани. Как всегда, не обошлось без запретов на съемку, вопросов, а зачем вы снимаете и прочего. Но это не помешало мне для вас записать это видео, поэтому жду от вас максимальной поддержки. Пишите ваши комментарии под этим видео и не забывайте ставить лайк. Приятного просмотра! Доехали мы до оптового рынка в Славянске на Кубани. Родители уже ушли, а я немножко хотела вам показать центральный заход. Что здесь вообще есть? Тюлька, хамса, рыбы сколько, толстолобик, кому? Ого! Столько рыбы! Ой, вообще! Да. А откуда у вас рыба? Мест? Видите, здесь народу сколько, все заезжают. Как на какой нахуй? Не, как на какие-либо. Меньше не отдам сама. Торговый комплекс. Павильонов много разных. Яблочки даже вот мои по 40 рублей есть. Яблочки по 40 рублей. Картошечка, ну-ка давай с края смотрим. Так прямо. Это же на еду. И на еду мы хотели купить. Ну здесь это сетка, сколько сетки? Килограмма 3-5. Видишь, какая красивая эта лука. Добавила. Там они цей раз сеть добавляла, у нее тоже рыба. Ну да. А вы хотите на посадку? На посадку, да иду еще. Килограмм. Там же не тот, наверное. Килограмм. Смотрим сейчас, какая она тут. Скрытая камера — это когда вы ее не видите, это все на открытую. Ну вот, уже можно. Это тоже на еду? Ну, на посадку и на еду. А вы сама это? Да. Видишь,
можете бояться. Ой, как сколько машин, да, много? Здесь очень много. Всегда очень большой выбор. Ну, потому что оптовый рынок. Ну, если даже такую купить, сеточку, например, да, тут же на еду и на посадку. А такую крупную сажают? Ну, не такую, конечно. А-а-а. Ну, всякие сорта. Потом завозить, то утром ты раз там и выгружаешь. Помы раз на перерыв. Да, но потом надо... Надо денег возьмешь. Когда я был... Иди сюда, расскажу тебе. Когда я была на оптовом рынке в Краснодаре, там также было все по отсекам. Ну, там кто-то с картошкой, кто там с другими овощами. Вы что, не нужно? Нет, спасибо. Ну, что будем покупать? Так тут, наверное, все так можно заезжать и все. По 40-50 рублей за вес. Здорово, привет. Ты завтра можно купить небольшую сетку. Это, слушай. Со всех столиц сюда приезжают, соседних городов, чтобы массово закупиться овощами и прочим для огорода. Да. А, хорошо, без проблем. Хорошо. Ну, я как раз своих снимаю. Так, ну что ты, сколько еще? Все? Я знаю, что как-то там. Купили картошку. Здесь 30 лишним килограмм на посадку. Нам дали такую тележку, чтобы можно было увезти. А вот тут надо, вот можно так. Это хорошо. Во-первых, и на посадку, и на еду еще отберем. Это сорт Гао. Друзья, это видео специально для зрителей моего канала. Вы знаете, как мне легко снимать всегда на рынках, но именно для вас я сделала это видео, поэтому обязательно поддерживайте лайком, подпиской на канал и пишите свои комментарии. Как вы видите, очень много негатива, вопросов каких-то. А что снимаешь, а меня не снимай, это не надо снимать. Ну, как и везде. Впрочем, мы не обижаемся на людей, которые не знают некоторых правил, законов нашей Российской Федерации. Сейчас у себя там берем даже. Сейчас свой даже уже есть в этом году. Ну, ты считаешь, удобно, да, кто здесь живет недалеко? Ты же часто здесь раньше закупался, когда по работе ездил? Сюда заезжали. Ну, потому что вы по работе... 50 рублей заезжали. Да, по работе заезжали рядышком. Свежую не хотите капусту взять? Пойдем посмотрим. Вот хурма. Ну тут прям ящиками.
Ну. Ящики, да? Мандаринки. Помидорки. Много. Конечно, ящиков такого очень... много. Когда ты покупал, папа хотел еще просто хурму найти. Вот. Но мы смотрим такие огромные ящики, что как-то даже. Она быстро испортится. Да, она же не огромная арава. У нас всего 3 человека. Напишите в комментариях, а вы закупаетесь вот на таких оптовых рынках или нет? Здесь не такая уже мелкая. Ну, собственно, вот, да, мы так-то обошли. Мы только еще, получается, в центральном павильоне не были. Да, не ходит. Ну да, 20. Вон еще тут. Это яблоки уже пошли. Ну, Семеренко я люблю, я их постоянно покупаю, потому что я люблю с кислинкой яблоки. Слушаем вас. Сладкое яблоко. А как называется это? Golden Delicious. Вот, я вижу, что сюда похоже. Сладкий-сладкий. Mm-hmm. Можно попробовать, порежу. Я люблю Семеренко. Вообще-то, чем больше... Или вот такой. Хочешь Семеренко? Ну, я люблю Семеренко. Хорошо. Ну, такие тоже хорошие. Нет, да, мне такие нравятся. Нет, не такие, а вот эти. А, вот эти хочешь? Какие? А это какой сорт? Это Флорена. Но это будет вкуснее. Mm-hmm. Дайте вкусные лечки. Это грушевочка. Ну, давайте, не знаю. Ты хочешь папу такой? Они у вас ящичком такие, да? Да. А, вот ты как хотел, это же оптовый. Угу. Если на развес, вот там вот есть у нас такой рынок, где на развес. Ящик, конечно. Ящик, конечно. А сколько за килограмм будет? Сколько за 2 килограмма? 15. Килограмм 15, где-то 400 рублей будет ящик. Можно чуть больше, ну, где-то так. Ну, купим все равно такой ящичек. Яблочки-то они ведь не портят, все и жить. Ну, не такой, конечно, поменьше можно. Они же долго хранятся. Какой вы хотите? Твердый? Ну, мы пока смотрим, но... Переведем? Это мягко сильно, я такое не люблю. Еще зайдем вот главный этот павильон. Папа говорит, что хотели поставить там банкомат, но мы не знаем. Вот нам нужно, например, деньги снять, наличку, потому что в большинстве своем карточек оплаты здесь нет. Поставили, значит. Ну, вот пройдемся немножечко, покажу вам, что здесь есть в этом павильоне, хотя некоторые закрыты почему-то. То есть и мясо, и рыба, и сладости. Вот, допустим, рыбная продукция. А где осьминог? Пять купчиков, пожалуйста.
А для домашнего архива я снимаю. Местные? Да, ну с Темрюкского района мы приехали. Темрюкского? Темрюкского. А для какого домашнего? Ну для своего, конечно же. Решаем. Хорошо. 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 В этом магазине тоже мне сделали отворот-поворот, но в более приличной форме. Сказали просто не снимать. Друзья, большое спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте, еще раз напомню, ставить лайк и подписываться на канал. И мы с вами увидимся в новых роликах. Всем спасибо. Пока-пока.